Всем привет, с вами Неломоб, мы продолжаем проходить игру под названием Губка Боб, квадратные штаны, Battle for Bikini Bottom. Битва за этот вот городишко, Bikini Bottom. У меня уже 18 лопаток, и я надеюсь, что сегодня, может даже 20 получится их насобирать. Посмотрим, как оно у нас получится. Я вот вспоминаю, где я, ага, на аттракционах я остановился, хорошо. Так, это мы сейчас активируем. Тут у нас коробка имеется, робот один. Бамс. Не забываем поддерживать лайком, конечно же, мне будет приятно видеть от вас поддержку. А ну в коробку залезу. И чего? А, я вторую коробку еще не активировал, поэтому я и пока что не могу. Ничего не могу. Ладно, бежим. Контрольная точка, роботы. Бамс, бамс. Этого мы активируем, наверное. Сюда долечу. Нет, не получилось, я утонул. Плохая работа. А вон там коробка была на той стороне. Ну ничего, это я так прыгнул. Для теста. Контрольная точка. Раз. Активировал. Промазал робот. Видели, мне хотел ударить. Как с этим справимся? Прыжки. Бам! Вот так. Так, что дальше делать? Есть арбуз. Нам нужно добраться вон на ту сторону. Да на прилежкель. У-у-у. Добрый вечер, Михаил. Как делишки? Как у вас карантин? Надеюсь, этот донат прилетит. Это дошел, спасибо, Елена. Я все читал, все видел. У меня вообще-то все хорошо, но с карантином есть несколько неудобностей. Потому что и куда-то выехать, допустим, за границу или с границы нереально родственникам приехать. То есть вот это вот проблемы самые большие. Между областями тоже не очень хорошо добираться. Короче, полный капец. И плюс цены поднялись, как назло. На все подряд. Так что... Печалька с этим карантином, но держимся. Надеемся, что вот в следующем месяце как-то понемножку начнет разруливаться. Спасибо большое, Елена, за поддержку. Я это оценю. Так, что делаем дальше? Я уже тут за это самое заблагодарился. Так, куда мне бежать? Куда мне тут топать дальше? На аттракционы, наверное. Куда я пойду? Так. Это... Тут я уже все позабирал. Так. Вот, оп-оп, прыжок, да! Пузом бьем. Пузика отъел. Ух ты, что-то написано. Вок-этик какой-то. Что это значит? Пока что соберу блестяшки. Робот, вижу робот. Иди сюда, робот. На тебе, пузом. А что тут? Ага, кнопка имеется. Надо пузом по ней бахнуть, наверное. Не попал. Попытка номер два. О, нет, нельзя нажать. А, арбузом. Точно, арбузом. 30, 29, 27, ничего. Ага, появляются фигурки. Кидай. Бум. Да. Я правильно все делаю? Или мне нужно прыгать пузом, там все их сбивать? Не знаю, ребят. Просто я сюда запрыгну, если там всех бить. Нате вам. Арбузом слишком долго. Я вас так всех перебью. И что? Я не всех перебью. Арбузик. О, еще вылазят. На. И что? И что? Это просто аттракцион такой. А я, может, какой-то должен был определенное количество число их набить. А ну-ка, теперь попробую по-другому немножко. Так, ну-ка, ждем. Вот так. Бом. Ух ты, комбо. Так, ну вылазьте, дружочки. На, пузом тебе. 15. Оп-оп-оп-оп. О, носок дали. Я теперь их очень много, походу, добыл. Ну, разбомбил, мне дали носочек. И то хорошо. Так, идем дальше. Сюда, на платформу, на вторую. Наверх. Ой, это надо... Ай-яй-яй-яй-яй! На тебе пузом, короче. Женщина, вам нужна помощь? Вы такие радостные у нас. В лифчике, слушайте. Цензура. Ух ты, чашки. Но мне ведь не сюда нужно было, мне туда на машинке нужно было. Что здесь? Ой, ага, они меня дамажат. А я хочу трусы забрать. Так, блестяшки. Но мне на самом деле, как я уже говорил вам не один раз, блестяшки меня сейчас не сильно интересуют. Меня больше интересуют лопатки всякие, носки. Так, робот. Бам. Так, тикет. Не надо разбивать, походу. Идем дальше. Мы идем туда к аттракционам, по идее. Еще какой-то, походу, аттракцион нашел. Смотри. Сейчас тут прыгаю. Высматриваю, нажимаю подсказку. Губке Бобу нужно выучить прием пузырчатый боулинг, чтобы играть
в игру Skee-Ball. Угу. Ну, у меня нету такого приема, по-моему. Skee-Ball — это ты в шарик превращаешься? Или как это? Что за прием? Skee-Ball, я не знаю пока что. Сейчас попробую вызвать просто персонажу губку. Может, шарик появится какой-то? У меня, походу, прием этот пока что не изучен. Я туда буду шариком лететь и туда как-то попадать в определенную дырку и буду зарабатывать очки. Но пока что, судя по всему, я этого приема не изучил. Может, попозже мне дадут такую возможность. Тогда я обратно переключусь на Патрика. На Патрика обратно. Переключимся и пойдем все-таки к тем аттракционам, куда мне дали задание. Так. Что тут у нас? Труселя нужны? В принципе, у меня все трусы заполнены. Вот тут надо как-то... Это лед? Подожди, я не вижу. Нет, это вода, по-моему. Или лед? Это лед, по-моему. Проверим, короче, кинем сейчас туда арбузом. На, держи. Это лед, да. Ага, я понял. Кажется, мне я дошел. Догадался, как это нужно все провернуть. То есть роботы будут не мешать, а мне нужно арбуз туда протянуть. Он же будет разрушаться, по-моему, арбуз, нет? Пошел вон. Хватай, хватай арбузик. Он пропадает еще к тому же. А, я думал, я успею туда до этого добраться и в него кинуть арбузом. Это, видимо, как-то мега сложно. Наверное, за него носок дадут. А может, нет? Не знаю. Но это очень сложно туда добраться с этим арбузом. Он быстро пропадает. Давайте лучше двигаться дальше. Вот тут интересная штука. Как тут так двигается? О, там лопатка, я видел лопатку вон. Денька, я вижу лопатку внизу. Как туда к ней добраться? Это нужно так удачно прыгнуть, чтобы ее получить. Слушайте, это мега, походу, сложно. Я рискну. Воу! Почти получилось! Почти! Я если немножко там чуть-чуть как-то задержался, я бы остановился на том кубике, и у меня бы все вышло. Но как назло, как назло, как назло. Чекпоинт. Так. Пробуем сейчас еще раз. Я бы очень хотел лопатку эту заработать. Но я вижу, что это... Ага, там вон лед есть. А я сразу не заметил. Так. А что мне лед даст? Может быть, я смогу с помощью льда добраться туда как-то? Так, сейчас давайте высмотрим как-то этот лед. Эту льдинку. Так, подожди, где там лед был? Уже его не вижу. Вот он, лед. Может быть, этот лед как раз контрольная точка. Это можно разбить? Не, ну не пробивается. А как же туда ко льду добраться? Не понимаю пока что. Как мне? Ну, по-любому этот персонаж как-то должен туда... А вон там тоже льдинка есть. От льдинки к льдинке. Еще одна льдинка. То есть какую-то... Надо будет постепенно двигаться к лопатке, наверное. Так, остановка. Можно бы персонажа поменять. Включаем. Что включится? Ага, платформа. Понял. Тут у нас лед имеется. Бам. О, двоих минусанул. Так, еще два робота. Раз, минус, два, минус. Машинки нам ни к чему. Я-то должен был спасти их, почистить здесь и получить. Они новые появляются, что ли? Я не понял, откуда? Я их не добил. О! С лодками разобрались. Эта миссия мне была дана этому крабу. Сейчас мы тогда вернемся к нему. Только надо найти... О, коробка! Вот! И чей чекпоинт? Ну это же круто! Теперь я смогу, получается, сделать следующее. Смогу просто-напросто вернуться через коробку на начало на самое и сдать задание. Правильно? Вот, тут еще и трусы есть. В принципе, у меня с трусами и так все хорошо. Вот, сейчас тут еще плюс это вот активирую. И поговорим с тобой. Мистер Крабс, вот твоя награда! Давай, что мне дашь? Лопатку. Отлично. Теперь бы мне найти способ, как 20-ю лопатку то внизу заработать. Ну, можно этими прыжками порисковать, туда попрыгать. Но мне кажется, все-таки надо как-то с помощью льда. Много кубиков льда на полу вон валяется, на воде. Надо найти способ, как туда к ним добраться. Так, чекпоинт активирован. Что у нас здесь? Ну, это какая-то подсказка, мне, в принципе, уже кажется, будет ясна. Воспользуйтесь качалкой Патрика, чтобы отправить на остров на пляже в Лагунику. Слушайте, мне отправить туда, где я не мог, где я не до конца разобрался. По-моему, не знаю, куда они меня отправят. По-моему, я уже понимаю, куда они меня отправят. Ну, там были драконы, там был у меня лазер, точно, вон там вышка с лазером. Хорошо, но вначале у меня тут есть желание попытать еще счастье свое вот здесь. С этим, о, контрольную точку мне дали. Вот раз лед, там два лед, три лед и лопатка будет. Надеюсь, что это правильное сейчас будет у меня действие.
Бросаем лед и прыгаем. Так, у нас есть 18 секунд. Может, в прыжке будем быстрее передвигаться? 13, 12, 10. Я успеваю, все нормально. Вот беру еще раз. Если я кину, оно продолжит действие свое? О, продолжает, круто. А я думал, что там еще... Там лопатка, и здесь лопатка. То есть тут есть... Ух ты! То есть там все-таки нужно все-таки прыжком попытаться попасть на эту штукенцию. Вы... Значит, тут 23 лопатки было. Я думал, тут 2 будут. Так, и что? Как теперь быть? Опять вода. Ну, наверх я точно не заберусь. То есть тут только надо было способом прыжка сверху вниз. Тут никак я не допрыгну до лопатки. Хоть я тресну. Ну, никак не получится. 10, 9, 8, 7. И что мне делать? Я хочу лопатку заработать очень сильно, но это будет непросто. Очень даже непросто. Потому как нужно попасть на кубик. То есть прыгнуть удачно с верхней платформы. Я попробую, может быть, раза два, три сейчас прыгнуть. Если не удастся мне, то уже плюну на это дело. Но, в принципе, это реально. Так, роботы пропали. Хорошо, машинки нас не интересуют. Меня интересует лопатка. Я очень сильно хотел бы ее заработать. Ну, получится ли? А может, губкой Бобом? Нет, губкой Бобом туда не... Вот если бы у меня тут была девчонка эта, да? Бурсук этот. Я бы мог бы как бы на ней аккуратненько... Слушайте, это что такое? Я это не покупал. Если я куплю билетик. Чё я купил? Круг купил. И зачем он мне? А батут. Ну, допустим, приобрел. И чего? Не понимаю пока что. Ну, давайте запрыгнем наверх. Так. Еще один батут. Крюк! Спанч Боба переключить. А здесь что? А зачем это? Он опускается вниз? Ага. Он опускается постепенно вниз. И что, я, по-моему, так низко его пустить, чтобы забрать себе эту самую лопатку? Еще ниже хочу, еще ниже. Они же не опускают. А это чтобы чисто спуститься сюда вниз аккуратно. Это не за лопаткой. Так, как Спанч Боба переключить? А я же не могу этим цепляться за крюк, правда же? Или могу? Я уже не помню. Мне попробую сейчас рисну. Нет, он не цепляется. Не цепляется он за крюк. Нужен Спанч Боб. Спанч Боб цепляется за крюк, и он достанет лопатку. Ну, я понял, как это пройти. Так, где тут была автобусная остановка? Ой, а это как-то я пропустил. Этот спуск. Это, где-то как-то упустил момент с этим спуском. Ой-ой, это взрывается. Ай. Трусы потерял одни. Ай! Больно, больно, дайте трусики. А может, в конце этой карусели всей мы как раз заработаем то, что нам и нужно? Ой, что-то я все подряд взрываю. Может, я на лопатку выйду? В конце нет? Куда меня выкатили? О, трусы мне дали. Я просто здесь просто бонусы пособирал. Где тут поменять персонажа можно было? Это я все купил, все... А вон остановка, довольно далеко. Идем за Спанч Бобом. Возьмем Спанч... Спанч Боб! Остановка далековато, честно говоря. Может быть, я где-то упустил, было поближе. Очень сильно хочу лопатку заработать, понимаете, в чем прикол? Так, меняем. Спанч Боба мне дают, вот. Он у нас умеет на крюках кататься. Так, но если я сейчас побегу после лопатки, если мне удачно получится это дело провернуть, и я пойду сразу же... А там вон еще одна остановка была, ближе, по-моему. Хорошо, ладно. Это уже меня радует. Так, теперь все тут я это проактивировал. Теперь наверх залетаю. Ой, черт, не падай. Так, наверх еще раз. Вот, крюк. О! Наконец-то получилось выйти. Так, заработал плюс 21-ю лопатку. Молодец, Бобка. И тут можно спуститься вниз аккуратно. Бум, бум. А если я упаду, неужели он разобьется? Нет, нормально приземлился. Так, теперь мне нужно на автобусную остановку. И тут еще интересный момент с этими роботами. Как я могу... Как-то, может быть, я все-таки могу его до него добиться, дойти до этого робота. Мне кажется, это нереально. Тем более Спанч Бобом. Чем бы в него... Если был бы у меня тут как-то возможность лассо в него стрельнуть. Ну, как-то...
Ладно, обойдемся без этого робота. Арбузы. Так, куда? Понял, куда? Идем. Оставим его в покое. Пускай живет пока что. Так, мне нужно сейчас поменять себе обратно на звездочку себя. Вот здесь остановка была, правильно? Так, меняем и отправляемся на тот остров. Там, где у меня были лазеры. Вот она, остановка. Там, где были лазеры, я там до конца не доделал. Сейчас у меня должно, по идее, уже все получиться. Так. Вначале тут прыгаем. Раз, два, три. А эти машинки меня таранят, бьют? Не понял. Наверное, я это не смогу проверить. У меня только двое трусов. Да, они дамажат. Но я теперь буду знать. Так, трусы. Есть. Так, вот здесь берем, значит, эту штукенцию и улетаем на новый остров. Вернее, на наш старый остров. Хватит у него прыжка? Должно хватить. Здорово. Так, и что? Я правильно все себе прикинул? Так, есть подсказка какая-то. Воспользуйтесь качалкой Патрика, чтобы отправиться на причал. Понял, чтобы можно обратно было вернуться. Так, вот здесь есть... Так, удерживайте, чтобы пропустить. Что показывает нам? Ага, батут один. Второй батут. Два батута поднялось с воды. А где они? Можно автобусную остановку. Надо нам поменять на Спанч Боба, я так понимаю. Чтобы он мог ударять у нас кнопки. Один батут здесь, куда он ведет? Нет! Я не хотел этого. Нет, обратно меня, обратно. Я сделал какую-то ерунду, по-моему. Я не знал. Только сейчас бы какой-то чекпоинт не сходить какой-нибудь. Надо погибнуть срочно. Верните меня обратно туда. Туда, где я был, верните меня. Пожалуйста, туда, где я был, верните меня. Так, ну тут... Фу. Я тут, на этот батут не надо прыгать, ребята. Это ошибка была. Если бы там где-то сохранился, я бы все провалил. Так, лазер нам нужен. Куда он? Должен в этого робота подей. Вот он. О, с горы его сбил. Получено достижение Surf's Up. Surf's Up. Какое достижение получил? Видите? Все, я сбил робота с горы. А кто мне его давал, это задание? Если бы я еще помнил. Было бы круто, конечно, если бы я помнил, кто мне это задание давал. С этой горы. На горе никого нет. А здесь? Тоже никого нет. Ладно, это разобьем. Разобьем. Арбузы нас не интересуют. Теперь, кто нам это давал задание, я не помню. Ладно, кто-то нам там его давал. Кто-то нам говорил про эти лазеры, помоги там, уничтожь. Сейчас надо этого персонажа... Краб, наверное. Ты, что ли, давал? Поздравляю, Губка Боб, ты король пляжа. Вот, держи золотую лопатку. Все верно. Он давал нам задание. И что теперь? Я заработал немножко лопаток. И вернуться обратно на тот остров. А зачем мне туда обратно на тот остров возвращаться? По-моему, я тут уже все сделал, что можно было. Все можно было и нельзя. По-моему, я тут до конца прошел. А как посмотреть? 5 шариков из 5, 20 носков. Escape. Допустим, нажму на этот вот песчаный остров. Вернуться. Вот написано. 7 носков, шариков 5. Где-то одну лопатку всего лишь не нашел, но где, я не знаю, где-то пропустил. Не получили эти лопатки. Ну ничего, пробуем тогда следующее какое-то задание. Следующий остров переместиться. Я король этого пляжа уже и так, и так. Так, контрольная точка, роботы, тотемы эти. Такси. 20 с чем-то у меня. А сколько нужно было? Сколько нужно было там... По-моему, 15 для нового острова. Так, вызываем такси, короче. Едем домой к своему этому зданию. Сейчас там разберемся по ходу дела. Так, одну лопатку где-то пропустил. Ну, не страшно. Это не так уж и много. Зато я много лопаток заработал. Вот, это у нас где был уровень? Тут я прошел, это да? Этот уровень у нас пройден. Теперь у нас вот этот уровень еще есть. Посмотрим его. 15 лопаток. Нас пускают. О, у меня 22 или сколько там лопаток. Ну, то есть приличное количество. Так, это кто такой? Какой-то Посейдон. Король Нептун, я привел вас двоих сюда, дабы там что-то сделать. У меня стальные нервы и песчаные мускулы. И глаза Джоули. Мой Посейдон разрушен могучим врагом, которым вам предстоит уничтожить. Не томите, ваше величество. Не томите.
В этом углу защитники Посейдона, маленький квадратный мальчишка и его противник громадный метроносный робот-белка. Робот-белка? О, господи. Ничего себе, смотри, жираф. Кажется, мне пора домой. Кормить Гэри. Кажется, мы засали, да? Это босс, ребята. Есть? Ой, он прыгает. Как с ним драться? Прыгает, бам. Появилась возможность, но он сможет ей воспользоваться. А только что, когда он прыгнул, была возможность, да? Вот это? Возможность? Пока не понимаю, как с ним бороться. Я не шарю, как всего. У него много жизни очень. Бум. Когда у него слабое место, когда его бить нужно? Вот только что у него крутилась голова, нужно было как-то ему задамажить надо было. Куда его бить? Нужно по хвосту? Не знаю, я пока не понял. Бам. Так, он, когда у него крутится голова, нужно как-то его бить, я так понял. Красные следы, пока я не понял, ребята. Сейчас. Так, он когда у него крутится? Он что-то остановился. Бам. О, я ага, вот. Я прыгнул на пол и ударил, короче. И у него как-то по голове что-то его стукнуло. Бум. А что я делаю? Бью по земле, у него голова подпрыгивает. Так, 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 так. Ну, вроде как получается. Смотри. Бум. У него голова вверх взлетает. Так, очки. О, что-то свалился к стенду. Так, я разобрался с ним, кажется. Патрик, мы не играем, мы сражаемся за свою жизнь. Хочу поиграть, хочу поиграть. Патрик смешной такой. Ох, ну хорошо. Патрик такой няха. Выполните наскок. Чё, выполните наскок? Какой еще наскок? Так, так. Ой-ой-ой, он разгоняет. Ой, ой, что он делает? Ай, он эти вот штукенции запускает. Я не понял, как с ним сражаться пока что. Какой еще наскок? А, так же самое. Голову ему отбил. Что-то по голове надо бить его. Бум. А, там какая-то кнопка была. Там какая-то кнопка была. Что мне с ней делать? А, взять его. Куда ее бросить? Я ее взял. О, туда, в ручак. Он забрал голову! Он забрал голову! Черт, не получилось, я не разобрался. Ну, сейчас я попробую сделать уже как нужно. Боже, какая здоровенная роботизированная белка. Пружину надул, надул пружины. Ой, надул, растянул вернее. Давай прыжок уже совершать. Ой, в сторону, удар, вниз, Патрик, давай. Патрик. Так, голова отвалилась. Забираем голову. И туда ее бросаем. Давай, давай, о. О, я его током бахнул чуть-чуть. Так, что он там, опять прыжки свои совершает. Дун-дун-дун-дун. О, растягивает, растягивает. Сейчас будет пружина лететь. Бум-бум. Патрик такой прикольный. Вау, в сторону. Так, прыжок, удар. На. Голову. Голову отодрал ему. Забирай эту голову. Кидай ее, кидай, кидай. О, давай. О, получилось. Отличная летающая голова, брошенная Патриком. Тут реально... О, там рыба сбоку какая-то выскакивает. Видели? Рыба. Так, опять растягивает. И самый сложный будет сейчас, это будет, у него, короче, три стадии у этого босса, по-моему. Сейчас будет красные у него жизни останутся. Так, голова, вон рыба опять, рыба, комментирует рыба. Комментирует, рыба-комментатор. Так, бросаем, и сейчас будет, по-моему, какая-то третья стадия. Опять рыба выскакивает сбоку, видите? Ура, как весело, Губка Боб, твоя очередь. У него какой-то дурачок такой, какой глупенький, ну веселый такой, добрый. Так, что надо будет делать сейчас? Губка, держись. Наскок и удар по голове. Наскок и удар по голове. Как это понимать? Опять растягивать будет? Ой. Ой. Я проскочил. Повезло мне. Или я... Наскок и удар по голове. Бум. Ага, понял. Бум. Классно. Это ему бахнул. Он еще и руками машет теперь. Пытается меня задамажить. Так. Разгончик. Прыжок. А, двойной все равно нужно делать прыжок. Так, что он делает? Бум, бум. Ой, прыжок, прыжок делает. Ходим, удар. Бам. Голова снята, снята голова.
Давай, на тебе. У него еще одна жизнь осталась. Тихо. Заберем трусы на всякий пожарный. Пригодятся в хозяйстве. Так, надо двойной прыжок нужно делать, когда он растягивает пружину. О, все нормально. Так. Я думал, что одинарный нужно. Так, прыжок его. Так, мой черед бить. Голова снята. Последний ударчик. Босс повержен. Свит Виктори. Получено достижение. Дун-дун-дун. Бой был славный. Расскажи ему, кто он... что он выиграл. Джонни. Какой еще Джонни? Новую способность. Чашу с пузырьками. Но погоди, это еще не все. Золотую лопатку. Это еще не все. Подарочный сертификат на $5.32. В маленький магазинчик сушеных рыбьих хлопьев и цветов у Дина. Ох, спасибо. Это так важно для меня. Я обещал тебе не плакать. Плачь, насколько влезет. Главное, не здесь. Мы только недавно помыли там полы. И что там? Я не успел прочитать. Прикольный такой Нептун Джин. Нептун Джин. Что это за персонажи такие? Слушай, Планктон. Игра сохраняется. Да, что такое? Мне просто интересно, почему все роботы как будто берутся из помойного ведра. Правда? Я и не заметил. Ну да, и еще там большущая неоновая вывеска, на которой написано «Штаб роботов». Робот. Штаб. Губка Боб, мы ведь друзья, верно? Нет, не то чтобы... Точно. И как твой не друг, я о тебе беспокоюсь. Как сейчас, например, ты слишком много думаешь. Я боюсь, что ты можешь себе навредить. Я скажу тебе, что я буду делать. Я буду думать за тебя, как ты не причинишь себе вреда. Планктон, ты говнюк. А ты пока можешь продолжать работать над тем, чтобы вернуть меня в помойное ведро. Спасибо, Планктон. Ты лучший не друг, которого только можно пожелать. Теперь мне больше не нужно думать. Да уж. Так, что нам делать дальше? Подождите-ка, у нас... Куда я проник? Подождите-ка, давайте сначала сюда запрыгнем. Позабираю этих штукенцы. Я туда пришел, я открыл себе ворота, и у меня открылась новая локация, да? Так, значит, тут у нас есть... Что за мир такой дивный? Туда можно войти, гляньте-ка, к этим цветам. Тут есть какой-то человечек. О, Bubble Buddy, я его называю презервативом. Давай я научу тебя пузырчатому боулингу. Пузырчатый боулинг. Нажми правую кнопку мышки и выбросите пузырь, который может сбивать с ног роботов на безопасном расстоянии. Вот это да. Главное, не забывай, выдувание пузырей работает только на предметы, которые находятся у поверхности дна. Понял, я ничего не понял. Вот пузырчик. Ну, я катаюсь. Ага, я теперь могу пузыри такие запускать. Ага. 25 вот там жетонов. А куда мне... А тут еще есть шерифа. Какой-то домик шерифа. Ну, давайте начнем по очереди. Вот я тут зашел. Давайте начнем. Ну, тут это ближе всего. Вот сюда и зайдем, посмотрим. Что это такое? Хочется все просто изучить, посмотреть. Столько всего нового появилось. Сэнди, твой древесный купол протекает. Ой, боже ты мой. Сэнди, чертовы роботы разбили стекло. Губка Боб, мой древесный домик под завязку забит роботами. А виноват в этом ты. Она в купальнике. Так что залезай туда и все исправь. Так, вы готовы, дети? Готовы. Приготовьтесь. Вперед. Так, 180 секунд. Ой. Так, что-то они тут буйные какие-то роботы эти все. Ау. Так, это я взорвал. Ай. Что-то тут их как-то много, да? Роботов всяких. Бам-бам-бам. Надо главное эти машины поуничтожать, я так понимаю. Чтобы они мне не создавали проблем. А потом уже со всеми остальными разобраться. Так. Плюс надо этих поактивировать. Вот это надо разбить еще. Так. Ауч. На тебе. Да что ж такое? На тебе, короче, по башке. Так, 130 секунд. У меня один противник остался на пеньке. Смотри, сидит такой себе борзый. А я не могу по нему попасть. У меня последняя осталась жизнь.
Ну ладненько, так-то лучше. Думаю, тебе она больше пригодится. Кто она? Ой, чё с ним? Посмотрите на мою губку. Почему он такой старый стал? Он как-то постарел. А, это из-за того, что у него одни трусы? Не дали лопатку. Бедная губка. Чем меньше трусов, тем он старее становится. Я только сейчас это заметил. Сколько у меня трусов? Одни трусы. А ну-ка, давайте сейчас, это сейчас теорию проверим. Вот он такой старенький, да? Видно? Близко его так, максимально. Какой он сморщенный. Берем трусы. Он все равно побитый и покоцанный, даже с двумя трусами. Так, колесо. Ага, мы зашли. Ой. Ой, ой, ой. А если сюда пузырь запущу? Как там запускать пузырь? Ай, подожди, подожди, назад, вперед. Не знаю, ребята, я какой-то очень старенький стал. У меня губка что-то постарел. Но мне лопатку дали, это хорошо. Наверх на дерево как-то закарабкаться, какие-то секреты. В домик зайти нельзя, к Сэнди. Ну все, мы как бы робота поуничтожали. Теперь она будет искать способ, как эту дырку залатать. Каким-то желудем возьми и забей его. Попробую с ней еще поговорить. Хватит рот разевать, пора робота прогонять. Да я уже их прогнал всех как бы. Так, ладно, выходим отсюда, наверное, все. Тут главное было наша цель лопатку заработать. Загрузка идет, и, наверное, сохранения сразу же нет, да? Ну ладно, я сам сохранюсь. На этом мы, пожалуй, серию нашу завершаем. В принципе, прикольная. И босса победили, и все по... О, губка уже помолодел сразу же. Он только там был старым. Странно. Может, это какая-то отсылка к мультфильму, к тому, когда в этом аквариуме он становится старым? Не знаю, почему так произошло. Я не понимаю. Ну ладно, мы играли в губку Боба, а с вами был Ниломоп. Увидимся в следующем видеоролике. Не забывайте поддерживать лайком. Есть в описании плейлист. И увидимся в следующих видеороликах. Всем пока-пока.